Всем привет! Привет, ребята! Сегодня мы пришли на то место, где в прошлый раз нашли много зацепов от ремня. Пуговица 13. Сейчас в правом верхнем углу выскочить подсказка, где можете посмотреть это видео. Сегодня мы также пришли вдвоем. Я с Прохором и напарник с Веником. Меня высадили раньше, а Веник поехал в другое место. И Веник пойдет с юга на то место, а я с севера отсюда пойду туда на то место. Так, все, что найдем, мы покажем. Все, занимаемся. Прошел 100 метров, ничего не было. Свинцовые пули, картечи, все. Вот почти дошел до места. Пошли кованые гвозди. И вот слышно где-то там внизу, метров 50. Слышно, веник работает. Так что мы рядышком. А лес интересный. Растет можжевельник, прям везде растет можжевельник. Пахнет хорошо здесь. Так, мы продолжаем. Так, вот, прям рядышком. Где ты? А вот. Прям рядышком с кованым гвоздем у нас попался наперсточек. Огонь? Огонь. Да, значит, место было, люди жили, место хорошее. Ох, я еще и жахнул. Так, веник говорит, что у него серебряная монета какая-то, маниста. Обалденно. Сейчас мы к нему подойдем и снимем монетку. Вот такой лес непролазный. Колючки надоели, весь исцарапался. Так, ребята, у меня еще один наперсток. Недалеко от того. Чтобы вы поверили, что это у меня два. Сейчас где-то второй. Вот они два лежат. Два наперстка. Почти рядышком. Вот который я бахнул. Да, стопудово тут жили. Никак не дойду я до веника. Монетку снять серебряную. Отлично. Продолжаем. Вот можжевельник растет. Пахнет хорошо. Прям много его здесь. Вот огромная сосна растет. Я иду в сторону. Никак не дойду. Так, у меня пряжка. Вот прям совсем не глубоко, вот сантиметров, наверное, 3-4 вот на земле. Медная или бронзовая пряжка. Сейчас мы почистим и посмотрим. Веник там пиликает вовсю. Ждем. Вот она пряжечка. Наверное, бронзовая такая патина. Вот в прошлый раз были окончания ремня, а сегодня появились сами пряжечки. Огонь. Огонь. Интересненькая такая пряжечка, медненькая. Все, я иду к венику. Вот, вот такой маниста нашел веник. Вроде как Османская империя. Тоненькое серебро, я не стал мыть, и он еще ругается. Да, вот сзади значок вот это их не надо смотреть. Какие-то года. Она очень тоненькая, жалко, не буду я мыть ее. Огонь. Огонь. Арабская вязь видно.
так или вот так вот. Не прикольное место. Жалко маниста. Очень жалко. Да, вот серебришка у нас. Серебришка. Отлично. Крутимся на месте. Так, мы все здесь кружимся, кружимся. Ребята, у меня находка интересная. Вот такая. Это, наверное, все-таки серп. Траву косили. Сигнал был глубокий, цветной. Ну, как каванина, она так и звучит. Вот, поломанный серп. Тут внизу почему-то загнуто. А тут он поломенький. Вот такой серп. Вот такой небольшой. Со временем его согнуло. Огонь. Да, огонь. Все признаки, что здесь жили люди, наверное, разные времена тут. То есть племена. Отлично, интересная находка. Веник молчит, пока ничего не говорит, что у него. А мы продолжаем. Вот такой лес у нас сегодня. Стоят сосны вековые. Так, у меня был сигнал 40-42, как фольга. Так, и это у меня, ребята, смотрите. Серебряное кольцо или перстень. Но он поломанный. То ли я его поломал, то ли века какие-то. Так, моем. Сейчас я буду плясать, ребята. Мое первое серебро в этом году. Ждем. Вот я помыл. Но она вот сейчас сломается, блин. Такое тоненькое. Огонь. Огонь. Она сейчас сломается. Вот. Блин, жалко, конечно. Я посмотрел, не я его сломал. В то время, видно, сломалось. Вот такое вот колечечко серебренькое. Отлично. Вот так вот. Ходим мы тут, гуляем, пикаем. Короче, место очень мусорное. Много осколков. Какие-то железные осколки, медные осколки. А чугунка осколки. Вот керамика пошла. Значит, люди жили точно. То ли тут стоянки были разные эпохи, времен. Но место очень мусорное. Потихоньку выбиваем, смотрим. Погода с нее замечательная, отличная. Сейчас солнышко покажу вам. Южное солнышко. Вон оно, проглядывается. Красота. Красота.